Здравствуйте, дорогие друзья! Расскажу о своем видении, которое случилось буквально 2 дня назад. Во время медитации я получил очень необычное переживание, и ну, не могу сказать, что я очень рад ему, но так или иначе я принимаю эту часть своего пути. Во время видения я увидел, как я видел себя живущим в высотном здании и находился я, ну, приблизительно, может быть, на 8-м, 9-м, 10-м этаже. И ко мне в гости зашел человек, которого я не знал, но о котором я понимал, что он является моим другом. И обратившись ко мне, он сказал, что на самом деле, как бы ты вот здесь отпустил ситуацию или же контроль над ситуацией, и одна из лжерелигиозных организаций творит на самом деле бесчинство. И когда он это рассказывал, я вошел в состояние духовного зрения и начал видеть, как на очень большом расстоянии, ну буквально, может быть, в несколько тысяч километров, в действительности также проявились люди, то есть я их увидел. И эти люди начали творить какие-то бесчинства. Я видел, как последствия их поступков, они превращаются в такие очень темные сгустки энергии, и от них исходили какие-то нечестивые энергии, нечестивые помыслы, и было довольно жутко на них смотреть. Некоторое время назад я ими уже занимался, но в силу того, что определенные цели мной были достигнуты, но теперь эта организация пришла опять в себя, начала восстанавливаться, и некий процесс восстановления сил этой организации пошел ввысь, условно говоря. И увидев этот процесс, я принял уже в состоянии сновидения решение, что нужно ехать к ним и продолжить ту деятельность в отношении них, которую я выполнял уже какое-то время тому назад. Но выйдя на улицу, я увидел среди машин, которые были припаркованы у дома, я увидел одну очень большую и очень дорогую машину. Эта машина была весьма сильной, красивой, до ужаса красивой. Да, она была черной, до ужаса дорогая. То есть я рассматривал каждый элемент этой машины, он меня просто восторгал своей вот этой вот дороговизной. И в то же самое время, пока мы приближались, пока я рассматривал машину, я в какой-то момент задался следующим вопросом, из-за которого встал как вкопанный, не понимая, что мне делать дальше, идти дальше или нет. В то же самое время мой друг завел эту машину и начал ее разворачивать. То есть она стояла задом к дороге, а он ее разворачивал так, чтобы можно было сесть и сразу поехать. Поехать в эту организацию, в эту лжемистическую или лжерелигиозную организацию. Вопрос, с которым я остановился, и этот вопрос, он меня настолько поразил. Это была машина, да, она была дорогая, красивая. На удивление, ну как бы, конечно же, кто-то может сказать, что такие машины красивыми быть не могут, но она была красивой. Но это была катафалка. Катафалка не в плане тех машин, которые у нас есть, или которые используются здесь на территории России или Украины, либо где-то в постсоветском пространстве. Нет, такие автомобили используются в Европе. То есть это длинный лимузин. И мой друг, когда развернул эту машину, я понимал, что мне придется ехать именно на этой машине. И я чувствовал некое влияние каких-то особых мистических духовных сил, которые указывали и давали мне понять, что на самом деле я должен продолжать эту деятельность. Да, друзья мои, в какой-то момент я подумал, что было бы хорошо избавиться от тематик, связанных с сектантскими движениями, и прекратить выкладывать эти темы у себя на канале, поскольку они очень часто сопровождаются какими-то негативными высказываниями. Мне это неприятно в свою сторону получать, соответственно, мне не хочется делать вам неприятно, потому что я понимаю, что кто-то заинтересован в этом. Но в то же самое время правда есть правдой, и от нее, как бы мы ни хотели, мы не спрячемся. И это также я понял состояние сновидения. Так вот, катафалка, которую я видел, это именно та деятельность, которую я выполнял. То есть, если правильно подойти к этой деятельности и, условно говоря, да, преподнести знания, связанные с той или иной сектой, донося людям о том, что в этом учении существует масса белых пятен, масса нечистых состояний, то люди понимают, и когда они это понимают, они, естественно, не уходят в эти сектантские движения, в эти сектантские какие-то направления. И подобная деятельность, она является подобно смертельному какому-то состоянию для такой секты. Понимаете? И условно в состоянии сновидения именно это я и видел. То есть я видел катафалку, на которой мне нужно было ехать в эту секту. А когда я видел эту катафалку, что речь идет не о физической смерти, никто никогда не пытался и не будет пытаться уничтожать тех или иных представителей каких-то религиозных организаций. Ни в коем случае. Я вообще не сторонник насилия, но так или иначе можно доносить людям правду, люди будут сами делать правильный выбор или же правильные выводы. Лучше остаться, допустим, в традиционном православии, либо в
втянуться в какую-то секту или в какое-то лжеучение Ченнилинга, посланников Сириуса, либо еще какого-то совсем непонятного качества учения. В этом видении также я понял, что эту деятельность нужно будет продолжить, но на этом видение закончилось, и в тот же самый день, удивительно было, я, конечно, очень радовался этому письму, я получил письмо от одного из подписчиков канала YouTube. Этот подписчик, он начал пытаться мне донести, что то видение, которое у меня было связано с некими розами, с некими девами, с некими предсказаниями Мишеля Нострадамуса, что на самом деле эти люди, о которых я говорил, они уже существуют у нас на Земле, живут они в России. И в целом я постараюсь зачитать вам это небольшое письмо и, конечно же, дам комментарии. Итак, здравствуйте, Вайраги. Пустой храм из света на самом деле имеет владелицу. Здесь также речь идет о храме из света, который я описывал в одном из своих видений. Чтобы узнать, кто она, надо ознакомиться с философско-эзотерическим трактатом Даниила Леонидовича Андреева «Роза мира». В нем он возвестил о том, что на рубеже 19 века в духовные слои Земли снизошла Звента Свинтана, личность планетарного масштаба. Для нее в небесной России и строился тот храм, который вы увидели. Но главное в том, что он пуст именно сейчас. А это значит, что она, Звента Свинтана, сейчас пребывает на Земле. Звента Свинтана спустилась в свою обитель, храм в небесном Кремле, уже после смерти поэта. Ему просто не дали увидеть факт ее спуска в небесную Россию, так как это было небезопасно. Даже Нострадамус в далеком 16 веке вынужден был шифровать свои катрены, чтобы скрыть воплощение столь колоссальной по своим масштабам личности. Я много раз ловил себя на мысли, раз Звента Свинтана в небесной России, то ее должен был хоть кто-то из духовновидцев увидеть. Ваш ролик с пустым храмом как раз прояснил этот момент. Самое убедительное доказательство, на мой взгляд, это совпадение по датам, то есть подсказка времени. Здесь далее упоминается дата рождения Аллы Александровны, жены Даниила Андреева. Далее рождение Л.А. Секлитова. Кстати, речь идет о двух писательницах. Стрельниковой Людмиле Леоновне и Секлитовой Ларисе Александровне. Далее я зачитываю письмо. Подсказок времени на самом деле больше. Они захватывают деятельность двух дам, приход которых предсказал Нострадамус. Поэтический перевод его пророчеств выполнил Евгений Гусев. Ну, друзья мои, в отношении предсказаний самого Нострадамуса давайте все-таки проясним некий момент. Если вы внимательно рассматривали изображение, то эти две дамы, которые находятся с левой и с правой стороны от, как я понял, второго пришествия, одна из них, по-моему, некая монахиня, то есть святая женщина, а другая более царского рода, то есть, ну, скорее всего, по призванию она будет некой царицей, ну или духовной царицей, условно говоря, да? То есть одна из двух этих женщин, если это действительно так, Секлитова или же Стрельникова, они должны быть как минимум святыми. Это один из таких моментов. Далее, если внимательно посмотреть на изображение или же на фотографии этих двух женщин, на самом деле эти женщины в возрасте. Но, кроме предсказаний Даниила Андреева, существует еще масса других предсказаний. Так вот, в Откровении Иоанна Богослова также упоминаются эти же женщины, но там упоминается только одна. И она упоминается как невеста Христа. Я согласен, что вполне возможно. Но понимаете ли, невеста в таком возрасте, она уже по большому счету, ну как бы бессмысленна. То есть ни та, ни другая женщина на титул невесты претендовать по большому счету не могут, поскольку они находятся в таком зрелом возрасте, что свадьба как таковая уже вряд ли состоится, поскольку ничего сделать они не смогут. Ну и учитывая то, что за столь большое количество времени эти две дамы, невзирая на то, что они якобы являются столь великими дамами, реализованными какими-то сущностями, и не смогли особо проявиться, это также может указывать на их некую не совсем полную состоятельность. Далее я зачитываю это письмо. Эти женщины символизируют второе пришествие, которое состоялось, но многие не заметили его. Обратите внимание, фраза «эти женщины», две женщины, Секлитова и Стрельникова, символизируют собой второе, подчеркиваю, пришествие Христа.
Но вот это вот для меня подобные утверждения, они подобно удару на ринге всегда сказываются на мне. Ну, как вы себе представляете, пришли две женщины, да, и они выполняют сразу роль одного существа второго пришествия. То есть, ну, по-моему, во всех писаниях четко сказано, что это будет мужчина. Можно взять и буддийские предсказания, и индуистские, какие-то восточные, либо поздних предсказателей. В Откровении Иоанна Богослова также говорится, это мужчина. Ну, как могут две женщины выполнять роль второго пришествия Христа, мне вот непонятно. И каков смысл вот таким образом себя обманывать? Ладно, часть информации действительно зашифрована в Откровении Иоанна Богослова, и невозможно сказать, кто это будет, и невозможно понять, как это придет. Но уж шифровать и прятать знания, связанные с тем, что это будет мужчина, нет смысла. То есть мы, по крайней мере, хотя бы это должны были бы знать. И я не думаю, что это спрятано. И я не думаю, что это будет под термином второго пришествия прятать двух женщин. Но это абсурд. Это полный абсурд. И, на мой взгляд, подобному абсурду, ну, не стоит уделять особо внимания, не надо так себя доводить до каких-то таких вот странных, непонятных состояний и таким образом пытаться превознести. Если эти дамы действительно второе пришествие Христа, то нет проблем, они сами проявятся. То есть они сами заявят о себе, они сами будут выполнять эту миссию, а миссия описана в Откровении Иоанна Богослова. Писать подобное письмо и пытаться мне донести, что это действительно второе пришествие Христа. Да без проблем, я только за. Я уже сам утомился ждать его. Пусть приходит и спасает нас. Я, по крайней мере, стараюсь вести более-менее праведный образ жизни изо всех своих сил. Пусть приходят, пусть выполняют ту миссию, которую необходимо выполнить, пусть спасают Вселенную. Далее идет упоминание некой книги «Законы мироздания или основы существования божественной иерархии» в двух томах. Основная книга. Ванга пророчествовала, что это огненная Библия. То есть, другими словами, Ванга в своем предсказании, когда упоминала о огненной Библии, предсказала явление или же творческую деятельность Секлитовой и Стрельниковой. Ну, условно, да, то есть автор письма указывает именно на это. То есть она своим духовным зрением увидела огненную мощь текстов законов мироздания, но не понимала их сути. Самая авторитетная книга для нее была Библия, поэтому она так и высказала увиденное. Далее я зачитываю письмо. Роза символизирует новое учение, ту самую истинную розу мира, о приходе которой говорил поэт и мыслитель Даниил Андреев. Великую задачу он видел в создании на Земле грядущего всемирного братства людей, поэтическое название «Роза мира» на основе универсального учения. Наиболее близкий термин, приложенный автором в качестве фундамента «Розы мира». Поэтому вам и показали распустившуюся розу как символ сформированного фундамента универсального учения, которое описано уже к этому времени в 55 книгах семи посланников. Рад, что у вас издано такое большое количество книг, но осмелюсь заверить, те предсказания, о которых нам доносит Нострадамус, никоим образом не связаны с этими двумя дамами. Таково мое мнение, и некоторые сведения я целенаправленно утаил, эти сведения никоим образом не связаны с этими женщинами в возрасте. Еще раз подчеркиваю, то есть никакого сопоставления или соотношения этих двух дам с так называемым утешителем, о котором вы упоминали в следующих ваших письмах мне, не может быть и речи. Это просто творческая деятельность, которой они уделяют внимание. Ну, им это каким-то образом помогает и хорошо. Относительно того, что это второе пришествие, конечно же, у меня сомнения. Я даже не стану разбирать особо это учение, поскольку, ну, меня, к примеру, смутили некоторые части глав этих произведений. Например, когда женщины эти спрашивали, общались с Богом, да, и задавали какие-то вопросы. Или же эти женщины общались не только с Богом, но даже с дьяволом. И задавали ему вопросы. В частности, меня немножко порадовал вопрос, связанный с компьютером, с телевидением, когда они задавали этот вопрос демонической сущности, непосредственно самому дьяволу, и тот им отвечал. И что меня удивило, конечно, что больше всего порадовало, у дьявола были эмоции, понимаете? То есть нечистый дух, нечистый демон, он как-то даже в общении каким-то образом выражал эмоции, что меня очень удивило, поскольку у таких существ эмоций в принципе нету. Эмоции, те, которые мы выражаем в повседневной жизни, они связаны с интеллектом. Но такие существа, как нечистые существа, ангельские существа, они связаны с духовным миром. И в этом духовном мире интеллект и ум не используются, мы не бессознательно реагируем. Поэтому те, кто пишут подобное произведение, это произведение в стиле ченнелинга, то есть спиритизм так называемого.
То есть люди, которые просто пытаются свои фантазии выдать за некую духовную суть, некие духовные произведения, описывая свое какое-то простейшее понимание. Но если задать им какой-то более сложный вопрос, к примеру, описать более детально события будущего, они, конечно же, не смогут. То есть это такой очень-очень примитивный вид спиритизма. Это даже не ясное видение, и это не духовное зрение. Есть масса подобных предсказателей, каких-то контактеров, которые, да, доносят знания, но по большому счету эти знания, ну, на самом деле... не хватает даже на то, чтобы человек каким-то образом разобрался в своей собственной жизни. И я вам еще скажу немножко больше. Эти знания связаны исключительно с интеллектуальным пониманием. То есть все описание не идет с позиции духовного зрения, а именно описание идет как интеллектуальное воззрение. То есть человек просто философствует и хочет, чтобы было именно так. Но духовным зрением эти люди не обладают. То есть... понимаете, они даже не обладают самым минимальным набором каких-то духовных качеств. Это я могу с уверенностью заявить, поскольку при описании некоторых событий, которые они описывали, они должны были бы описать немножко по-другому. То есть то, как они описывают, это все-таки философия, их собственные домыслы. Это не произведение, и уж тем более претендовать этим двум женщинам, при всем моем уважении, на статус второго пришествия Христа, ну, не стоит. Займите какое-то более простое положение, станьте какими-то духовными учителями, старайтесь преподносить знания людям, ведите их за собой, ведите их к Богу, ведите их в православие, в христианство, доносите какие-то полезные знания для всех нас и для всех них, и, в общем, в целом для мира, но претендовать на роль второго пришествия как-то, ну, это очень высокий уровень, они, по крайней мере, эти дамы, они не, ну, не дотягивают до него. Таково мое мнение, я его высказал. Было также еще одно видение. Вот, это видение, оно также связано, как я понимаю, с этой организацией. И постарайтесь понять, что второе видение, которое у меня было, оно объясняет суть всей этой структуры, всей этой деятельности этих людей. Я увидел также во время медитации видение, в котором я перемещался в некой машине по широкой трассе на большой скорости. И когда я проезжал вдоль одного из районов Москвы, я увидел высотку, ну, размером, может быть, этажей в 30. И это здание, оно полыхало огнем. Оно полыхало огнем не только с какой-то одной стороны, оно горело уже изнутри полностью. То есть горели все, и внешние, и внутренние помещения. И огонь, который дул, он разжигал это пламя такой силой, что уже даже стены начинали плавиться. Это было ужасное пожарище. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле как бы предел невежества у данной организации, он уже превышен. И, как я понимаю, в некотором ближайшем будущем пойдет мощный возврат кармы. То есть данные люди, в силу того, что они причисляли себя к второму воплощению Христа и каким-то образом подавали заявки во Вселенную, хотя не были достойны того, они накопили массу дурной кармы, и эта карма прямо сейчас и, ну, или же в данное время начинает возвращаться, или уже возвращается. По крайней мере, я видел, что это здание, оно было окутано огнем и полыхало полностью. Но на что я также обратил внимание, в этом здании, здание горело полностью, снизу вверх, но 3 или 4 нижние этажа были не затронуты и они не горели вообще. Как можно понять этот элемент видения, то есть 4 этажа, я уверен, они не сгорят. Это является указанием на то, что изначальная мотивация и изначальное стремление этой организации или этих людей были правильными. Другими словами, возврату кармы подвергнется все то, что делалось или делается ныне. Но первые их шаги, они были правильными, и они никогда не сгорят. То есть все последствия их деятельности будут временем уничтожены. А вот их внутренняя начальная мотивация, она была правильная. Другое дело, что они отклонились от своего пути, увы. Увы, и таким знаком всегда нужно уделять внимание. Как бы, если будет возможность, все-таки, мне кажется, нужно пересмотреть какие-то свои внутренние ценности. На самом деле, да, этот ролик, он посвящен исключительно каким-то дурным предзнаменованиям. Таким образом, ну, как бы, можно видеть некие знаки, которые указывают на то, что мы где-то чего-то совершаем неправильным образом. Одно из видений, которое также было совсем недавно, связано оно с одной из женщин, но это видение, оно было каким-то очень необычным и весьма странным для меня. В видении я увидел женщину,
Насколько я знаю, у нее есть ребенок. И в видении я увидел женщину, полностью обнаженную, ее верхнюю часть туловища. И я не мог понять, почему я вижу эту женщину. У меня были какие-то вопросы, связанные с ее судьбой, но в целом, как бы, я считаю, что нужно предоставлять людям развиваться самостоятельно. Я не должен никогда влазить или же проявлять интерес, или тем более каким-то образом влиять на чью-то судьбу. Я этого стараюсь не делать. И точно так же в этом случае. Но так или иначе, я увидел эту женщину, я увидел ее в верхней части тела обнаженной. И как бы рассматривая ее и пытаясь понять, почему я ее вижу, я увидел, как два соска ее грудей, они повреждены, они находятся в состоянии высыхающей, трескающейся кожи. То есть это очень нежные участки тела у женщины. И естественно, когда они начинают трескаться, это сопровождается дикой болью, страшной болью. А если еще и, допустим, женщина кормит ребенка, то это может сопровождаться тяжелыми последствиями. И пытаясь понять, почему у нее начинает развиваться эта болезнь, я увидел, как у нее из сосков начинает течь молоко. Но это молоко, оно текло в полностью черном виде, это как черная жижа какая-то. И при этом эта черная жижа, она несла в себе еще некое качество гниения. Для меня это просто было такое вот какое-то страшное знамение, поскольку я понял, что, по всей видимости, что-то в судьбе такого человека происходит не совсем позитивное, и то, что она еще и ребенка воспитывает, то есть ее воспитание, ее кормление, оно скажется крайне проблемным образом на развитии самого ребенка, на его судьбе в будущем, не только в будущем, но в целом и сейчас. То есть каким-то образом она совершает поступки, которые противоречат ее жизни, ее поведение, ее развитию, ее в целом духовности. То есть каким-то образом она идет против своей собственной души. Но это уже элементы как бы судьбы каждого из нас, человека. Естественно, мы не будем разбирать и рассматривать судьбу от того или иного человека. Но вот такие видения, они указывают на то, что в судьбе у человека проявляются какие-то не совсем хорошие состояния, хорошие качества и хорошие элементы судьбы данного человека, либо в целом какой-то организации. Ну вот, сегодняшнее видео было немножко грустным, с дурными знамениями, так или иначе. Давайте-ка еще раз сделаем правильные выводы. До новых встреч!